мы наблюдаем плодоношение сорта под названием «Памяти Домковской». Селекция Федора Ильича Шатилова. Значит, выведена она на Оренбургской опорной станции и названа в честь Янины Ивановны Домковской из Молдавского института виноградарства и виноделия. Этот куст сформирован на арке. Значит, здесь вот в горизонтальной плоскости эти лозы находятся. Значит, четвертый год, куст привитой, привит на лидию. Мы наблюдаем плодоношение. Значит, и видим, какие здесь гроны. Значит, гроны здесь по 300-400 грамм. Особо выдающиеся грозди имеют массу 500 грамм. Урожайность очень высокая. Значит, структура гроздей вот такая вот. Значит, это технический сорт винограда. Значит, но он универсального назначения, этот кишмиш в памяти Домковской. Его можно кушать. Значит, он пригоден для приготовления соков и приготовления вин с розовой окраской. Этот сорт известен давно. Он славится своей морозостойкостью. Его морозостойкость достигает отметки минус 30-32 градуса Цельсия. И во многих регионах он культивируется без укрытия. У нас в Луганской области, соответственно, как вы видите, вот четвертый год после прививки этому кусту, он без укрытия прекрасно зимует и выдает вот такой вот урожай. Вот урожай, вот везде грозди укрыты сеточками для защиты от ос, а сой, конечно же, он повреждается. Значит, для нее он представляет интерес, как очень сладкий сорт, поэтому требует защиты от осы. Здесь, собственно, защита была выполнена. Этот сорт ранне-среднего срока созревания, созревающий в третьей декаде августа. Сегодня у нас 10 сентября 2017 года. Значит, он уже созрел и начинает даже перезревать. Некоторые ягодки начинают завяливаться. То есть он требует уже снятия с кустов, с резки, значит, для дальнейшей переработки. Значит, великолепный урожай мы наблюдаем. Лоза здесь при этом варианте вот получилась довольно мощной. Вот она уже вызревшая. Мы наблюдаем вызревшую лозу. Вот она больше 2 метров имеет вызревшую часть. Несмотря на такой большой урожай, она прекрасно вызревает. Лидия считается как среднерослый подвой. Но учитывая мощность корневой системы, этот куст был очень старый, он дал мощный толчок для роста прививок. И вот удалось вывести несколько рукавов. Значит, сюда на арку запущенные вот кордоны такие вот горизонтальные. И отсюда, значит, выводятся плодоносящие лозы. Значит, вот эти лозы несут на себе по одной и даже по 2 грозди. Вот эти грозди грамм по 400. Вот тут вот где-то 800 грамм на лозе. И лоза это очень мощная. Продегустируем. Я сорву одну из характерных ягод. Значит, масса ягода где-то 1,5-2 грамма. Даже некоторые ягоды могут доходить до 3 грамм. Значит, для технического сорта это очень хорошие размеры. Значит, попробуем вкусовое качество. Кожица средняя. Хорошо отделяется от мякоти. Видно, что она будет красить сок. Вот он розовый. Но разжевывается с трудом. Значит, больше этот сорт как технического направления идет. Меньше как столового. Для соков это великолепный сорт, ну и для виноделов, соответственно, также. Значит, высокие очень вкусовые качества, сахаронакопление очень высокое. Может вот он повисеть, даже завялиться и приобрести сахаристость, возможно, даже до 28%, может даже до 30%. Это будет очень сладкий виноград. Пригоден для потребления в свежем виде, как кишмиш, поскольку это действительно бессемянный сорт. Вот сейчас вот я одну ягодку так разорву, чтобы посмотреть здесь, в каком виде у нас семена находятся, если они. Значит, вот я наблюдаю здесь зачатки семян, зародыши, вот такие вот мягкие, вот он. Вот они есть. Значит, в этой ягодке они вот такие вот красные. Значит, вот я сейчас попробую, насколько они твердые, эти зародыши. Они мягкие. Значит, это кишмиш, можно сказать, третьего класса, без семянности. Зародыши выраженные, семенные, средней плотности, при еде практически не ощущаются. Значит, это кишмиш третьего класса без семянности, высоких вкусовых параметров, большой силы роста, как вы видите. Значит, с большими крупными гроздями, которые могут достигать массы полукилограмма, в некоторых случаях и более. С ягодой до 3 грамм,
Значит, с великолепными вкусовыми качествами. Как кишмиш можно использовать в свежем виде для употребления, а также для переработки на соки и на вина. Значит, под названием «Памяти Домковской» селекции Шатилова. Рекомендую обратить внимание виноградарей-любителей, которые подбирают свою коллекцию именно сорта высоких вкусовых качеств и высокой морозостойкости, на этот сорт селекции Шатилова раннесреднего срока созревания под названием «Памяти Домковской».